почему люди болеют. Ты болеешь не потому, что у тебя слабый иммунитет, и не потому, что тебя где-то продуло или кто-то на тебя покашлял. Причина гораздо глубже, буквально. Причина не вовне, а внутри. Представим свое тело как автомобиль, когда каждая деталь смазана правильно и собрана. Она четко выполняет свою функцию. Мы можем рассчитывать на надежную и комфортную работу нашего авто. Также и с телом. Болезнь возникает, когда нарушается внутренний метаболизм и цикл работы клеток. Это происходит постепенно. И главная причина этого – зашлаковка внутриклеточного пространства, застаревшей слизью, которая является частью дренажной системы организма, из которой наши тела просто не справляются из-за постоянного потока токсичной и непредрасположенной полноценному усвоению нашими организмами пищи. Проще говоря, ты должен остановить поступление нового потока нечистот, чтобы избавиться от прежнего. Есть много способов сделать это, но самый безопасный и надежный – это начать питать организм своей видовой пищей. Вот уже почти 4 года я питаюсь только фруктами. Фрукты – наша видовая еда. Чтобы удостовериться в этом, достаточно проверить это на практике, и твое самочувствие значительно улучшится.